Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Девайс Профик. И сегодня мы вместе с Максимом и Савой будем играть на VIP-сервере в Murder Mystery в вышибалы. Всем привет! А Сава микрофон отключил, но... Короче, все, начинаем. Ну, я убийца, и я убийца. Давайте я вас буду выбивать. О, давай. Давайте вы встаньте в коридорчике, вот тут вот в коридорчике. Хорошо. Сава выключил звук, и он сейчас в ФК стоит, наверное. Да пофиг, тогда я его привяжу, давай, я за тебя, это... Давай, давай. Бросай. Блин, это будет трудно. Ой, блин. Нет. Все, короче, пойду сбью Саву. Давай, я тебе могу подсказать, где он. Он сейчас находится в банке, вот прям в самом, где сейф. Угу. Врубайте музычку на полную. И я врубил наполовину. Я, короче, иносрент, а ты кто? Я оператор. Давай, я тут. Давайте вот так вот просто играем. Ты... Так, я не хочу этого Ибрагима слушать. У меня и так он испорченный. Блин, почему скампа проще кидать? Блин, тут можно только на если нажимать на кента. Ах, вах, вах, вах. Ну все, меня победили. О, я Шрекс. О, я Кент. О, Сава Мюрден. Давай в кинотеатр на первый этаж. Я Саву сейчас прибью, короче. Если я сейчас выиграю, я Саву прибью. Вах, 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 вах. Давай сюда, Сава, давай сюда, Сава, да. А, Сава, ты там? Да, Сава, ты там. Стоп, погоди. Кто у нас пёртер? Да стойте, кто... Давай сюда. Да, да, ой, всё, сюда, давай. Всё, Сава, кидай наши ножики. Ибрагим, Нурдорф, Нурим, Сафин, Ларин. Максим, а чё ты за стенку уходишь? Я читер. Теперь ты вообще на полке. Максим, ты читер. А я просто танцую. Ла-л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 а-
Дима, Дима, тихо, мы еще не начали, Дима, Дима. Ну, хорошо. Не, мы начали. А где Максим? Начали. Ой. Что-то у вас большое пространство, я чуть не понял. Сава, блин! Пойди убей Саву, он честно играет. Я честно играю, ты честно, ты качку его болен. Ладно, давайте вы не будете. У вас и так большое пространство. Бум! Аккуратнее. Аккуратнее. Бум! Бум! Да фу! Почему у вас такое большое пространство, когда Максим был пердером, то тогда у него было узкое пространство, я чуть не понял. Смотри, там собака просто выберёт. Да ты сама такая собака, ё-моё. Нет. Куда улетели? Максим, ты просто посмотри на свою аватарку в WhatsApp, и тогда ты поймешь. Это доги! Ты есть собака. Ну ты, конечно, собака. Комар в жизни мутант. Комар в жизни мутант? Чего? Нет, комаров это комаров.
автомат по жизни, Сава это мутант по жизни, я собака по жизни, а Дима глист по жизни. Все. Закрылись, да, не выпускаем Диму, не выпускаем. Вы что, офигели? Я вылез, Аня, я вылез зато. А кто я? Я шриф. Ой, я свинья. Я согласен. Здорово, вставайте в этом коридорчике, я вас буду убивать. Хорошо, я в тебя стреляю, Максим, если что. Ты что, оборзел? Ты что, аферист? А где Сам? Погоди, Сам. Вот, все, мы пришли оба. Привет! Привет! Ай. Сам, убери пистолет. Максим, ты что, аферист? Да блин. Сова. А Максим там как... как... Ну ладно. Чё? Он в МВС ушёл! Максим крыса, ё-моё! Мы ж вышибалы играем. Что крыса? Крыса это когда крысит, а я не крысил. Так... Я пошёл прям ты в невидимку? На него. Ты в невидимку ушёл и закрысил его. А я тут при чём? В смысле, ты при чём тут ты? Был бы я с компа, я бы в него кидал вот так вот за стеночки, но я не с компа, и поэтому у меня не было другого. Всё с компа, всё время с компа. Какая мне разница, Максим? Я кидаю как обычно, а ты крысишь, я стану мутантом. Так, Саба, пёрдер. Подождите, я хочу из тебя сделать мутанта. Подождите, стойте, дайте я себя вначале сделаю. Я из тебя сейчас этого мёртвого мутанта, правда, сделаю. А где Сава? Я ищу вас. Давай вот. Ты бери меня, мне больно. Меня брат бьёт, это нормально, люди? Чего? Ну, все в детстве немножко с отклонениями. Мы закрылись от Савы, господи. Давай от него спрячемся. Так вот, закрылись от него уже. Надо спрятаться, а двери откроются. А, ну да. Ну все, мы спрятались. О, привет. Я хочу успеть, подожди. Дима, нажмешь на кнопку, пожалуйста? Давай, я в тебя стреляю сейчас. Нажми на кнопку. Давай. Эррор. Эррорка. Всё. Во, всё. Помянем Сабу. Сав, я из тебя сейчас сделаю мёртвого мутанта. О боже. Это страшно. Это страшно. А где он? Где оно? Где? Сав, ты где? Он вернулся. Откуда он вырос? Так у нас вышибалы, блин. Куда? Это новый вышибал. Как там вышибалы превратились в игру выживалы. Так, кажется, случайно мой мозг нажал кнопочку включить мои упорные фантазии. Что тебя туда вышвыривает? Почему меня никогда туда не вышвыривает? Короче, Сав, отдыхай. Да кто-нибудь подохните уже из вас. Я не знаю, что у нас происходит, господи. Дима, иди суетись. Как? Ресет. Суицид, гайз! Я хотел превратиться в мутанта, как Сава. Я хотел превратиться в такого же мужика, как Саву. Давай, короче, Максим в то же место, но там, где мы сражались все время. Вы опять пёрдер. Я в курсе, что ты пёрдер. А ты где? Я тут. А ты где? О, кто пришёл? А, стой! Да в смысле? Ты меня не зарезал, ё-моё. Я шриф, и мне придется убить Максима или Саву. Сава... Я убийца, но вы меня не найдете просто. Ой. А, ну ладно, ну ты сам будешь время тянуть, типа, и ты... Так а мне что, тут все равно XP за победу не дают. А кто шриф? Я шриф. Здорово. Где ты сидит, крысит, ты хочешь тебя убить? А, он тебя в невидимку войдет и тебя закрысит. А, ну да. Максим же у нас такая. Крыска Ларис. Крыска пиписька. Я нашел,
делать с Дима, можешь? Hello, motherfucker. Я только хотел уйти, и тут Максим мне в рожу прилетает. Что сделать? Я майский снег свалился, бородатая бабка. Бородатая бабка. Бородатая бабка. Боже. А кто шериф? Я... Да блин, Максим уже за... Ой, баба, я кой, всё с... Это нельзя вырезать! А вы где? Вы в трусах, у бабы Яги. А чё вы там делаете? Ой, блин, Максим, здорово! Ты куда в цветочек идёшь? Я не умею, Сава не умеет стрелять из пистолета. А, Сава там зашел куда-то. Ну, Сава, тебе жопка. А Максим тоже куда-то зашел. А потому что секретка. Ты как выжил? Я мирный, я не шериф. Да нет, какая разница, я кого туда перебью. Блин, у меня лагает. Мне похрен. Да я знаю, что тебе похрен, и я в это верю. Гибрид. Где скут наш? Это гибрид бабы Яги и трусов. А где, блин, этот... Где наш дорогой Максим в трусах? Слушай, сейчас ты у меня в трусах будешь. Димас в труселях. Он крысит пистолет, он крысит пистолет. Сава, ты оборзел, я ухожу отсюда. Сава, он ушел? Нет, он не ушел, он бегает туда-сюда. А где пистолет, кстати? Он оббегает пистолет, он оббегает... Нет, он идет назад, обратно к пистолету. Нет, он опять бежит куда-то, непонятно куда. Он ко мне бежит. О! Вот ты же там только что был! Жопа ко мне приходит. Да как я ж прыгнул? О, это было красиво. Я ж прыгнул, алло. Честно просто, давай скажи. Мы есть просто... Честно? Значит, Сава убийца. Иди, прибей его. А где он? Не знаю, где он. А ведь Дима даже не подозревает, что на самом-то деле убийца я. Угу. Прям ну, здорово. Ты что, его нашел? Нет, я его не находил. Дима, просто Дима по жизни. Слышь, я сидит в чате. Чисто Максим по жизни. Я сдох и кемплю пистолет. Это только когда я с телефона играю. Раз подряд шериф. А Максим пердер, да? А я опять же на кент. Честно? Проверим? Как хочешь. Ладно. Да, я это Сава. Дим, погоди, постой на месте. Обернись. Ты, я даже не собирался тебя убью. Я просто стою. А ты охренел? Ты борзая утка. Максим, а ты вообще без лица. Вот с лицом. А, что происходит? Я лагаю. Что происходит? Максим инвалид. Почему пистолет такая долгая перезарядка? Потому что у него долгая перезарядка. Что? Ты его спиной убил. Ах-вах-вах-вах. Ну я же лагаю. Все. Ну. А что это тут? Вот ты говоришь, его тут нет. А что это такое за стеночкой торчит? Ах ты, немытая баба Яга в трусах. Опять от меня прячешься. Где там Максим идет? Я тебя убью, Дима.
Поздравляю. Ну ты баба Ика, это и так любого. Блин. А, это было эпично. 7 минут. Я тебя не выпущу. Ты офигела, бабка Ёшка? Поздравляю себя, я Иннокент. Сам, ты кто? Я Иннокент, я пойду. Сава, погоди, Иннокент, господи. Я Иннокент. Я в картину, я в картине сидеть. Молодец, а Максим, значит, пёрдер, да? Господи, покажи тогда, покажи пистолет. Молодец. А, Сава убийца. Все, Максим, Сава убийца. А может, это ты взяла? Дима, нет, не убивай меня. О, привет. Зачем мне звонить, дядя Крик, я мог пристрелить Саву, у него ножик был скидающийся. Но из-за того, что я просто пересрал, я, блин, излагала. Блин, Дима, ты... В смысле? У меня эмоции открылись. А? Дима, ты записал? Да. Записал? И что? Здорово, мой дядя Крик попадет на кадр. Чего? Попадет на кадр то, как я ору. Катя? Нам с Димой по половинке обезьянки. Мы старались же, старались. Я просто за эту запись только один раз был. Я только за этот раунд один раз был пёрдером. Дима, ты кто? Иннокент. Покажи пистолет или нож. Покажи пистолет, Максим. Пистолет? Вот, смотри. Вот, смотри на мой красивый пистолет. Давай, смотри. Вижу. Максим убийца. Ой. А я себя в тупик загнал. Так вот сзади просто стоял и видел тебя. У меня конфетки кончаются дома. Ну ладно, я тебе насру на голову. Вот конфетка. Шоколад. Пошел вправо, это смешно. Кто у нас убийца? Я Иннокент, честно. Ну покажи свой пистолет или нож. Я просто Иннокент, у меня ничего нету. Дима, спаси. А, Сава, что ли? Сава, ты чего? Думаю, ну ладно, да. Типа Сава, не буду тебе вставать. Я точно Иннокент. Дима, свинья. Это Савушкин творожок. Как ты меня издалека убил? Дима, считай. Я тебя только что вблизи убил. Я тебя вблизи только что убил. Ты что, дурак? Да ладно, ты меня издалека завалил. Дима, ну ты зараза. Дима с читами не играет. Сказал Максим. Сказал Максим, который сам играет с читами. Максим спрятался в таком месте, ты его никогда не найдешь. Хорошо, вентиляция или... И вот в этот момент я заметил Максима. Но дело ведь то, что я его типа не спалил и предполагал другие идеи. Сава, скажи, пожалуйста. Не скажу. Я не собираюсь. Чего жжёшь её? Дима, ты близко. Я тебе подсказываю, ты близко, ищи. Нет, ты чего? Так он тебя всё равно не найдёт. Чё? Не понял. Сава, давай скажи, где он просто, и всё. Чё? Что-то не подсказывает, сейчас буду трупиком. Рубрика. Чё у Димы минус 20 видно зрение. Так в смысле? Я играю не от первого... Минус 30 тоже. В смысле? Где? Я понимаю. Сейчас, погоди. Где? Нет, ты серьезно? Всем понравилось это видео, выходи еще тогда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ну и всем хорошего настроения, всем пока и удачи!